Рано утром, днем или ночью коммунальные службы округа на дежурстве. Ночью проводится уборка, затем к ней добавляется вывоз снега. Наша задача обеспечить бесперебойное, безопасное движение автотранспорта, поскольку снег идет круглосуточно, ну и транспорт у нас ходит круглосуточно, и у нас выбор не остается, поэтому в зимний период все дорожные организации, они осуществляют свою работу круглосуточно. Этот зимний сезон выдался особенно сложным. Дороги Одинцовского округа от снега очищают более 100 единиц техники. Одна из организаций, которая обеспечивает уборку дорог, Одинцовское дорожно-ремонтно-строительное управление. Они работают в Одинцове и Успенском. Мощности предприятия задействованы практически полностью. Честно скажу, такой зимы особо не замечал. То есть всякое бывало. Бывало разово, когда снег выпадал, бывало много, но здесь каждый день. Попрошу, если можно, не оставляйте, пожалуйста, машины на проезжей части, потому что убирать становится очень тяжело. Начинается недовольство. Ну, виноватых тут искать, наверное, бесполезно. Просто надо набраться терпения и как бы решать задачи сообща. В 7 утра на Молодежной улице дорожные рабочие уже расчищают автобусные остановки и подходы к ним. Один, вооружившись лопатой, сбрасывает снег на проезжую часть. Второй на маленьком, зато маневренном бобкете сгребает его, а затем довольно оперативно наполняет им самосвал. Кстати, чтобы убрать весь снег только у одного остановочного павильона, потребовалось 3 10-кубовых машины. Подробнее о работе Одинцовского ДРСУ мы расскажем в программе «Специальный репортаж». Смотрите после выпуска новостей. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».